Рождество. Друзья, позвольте вручить вам цветы и подарки. Спасибо вам, кто приехали к нам сегодня. Друзья, ансамбль «Калинка» из Екатерины, Екатерина Денисова, аплодисменты. Виктория Сухарева и Том Старченко. Встречайте! Но, как в народе говорят, какая же песня без баяна, друзья? Давайте петь все вместе с вами. Какая песня без баяна? Спасибо, дорогие друзья, спасибо вам. А сейчас на эту сцену я хочу пригласить Викторию Сухареву. Встречайте, друзья! Я
я сам выставлю черный кот. Еще раз увидим и Артема, и Викторию. А на сцену готовятся выйти юные артисты театра «Сплэш» под руководством Светланы Ривко. Светлана – профессиональная актриса, режиссер и педагог, невероятно творческий и талантливый постановщик. Театр работает на базе детского сада «Grow and Learn». Театр «Сплеск», а именно так переводится это название – лауреат всеамериканского детского театрального фестиваля 2017 и 2016 года. Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». В этом году театр представил на суд зрителей спектакль «Королевство кривых зеркал». Я думаю, это то, что многие из нас помнят с самого детства. Помните эту замечательную сказку и замечательный фильм «Королевство кривых зеркал». И кто бы мог подумать, что в Америке наше уже не первое поколение вновь вернется и сыграет этот удивительный спектакль. А теперь усаживайтесь поудобнее, настраиваемся на волшебство. Сказка начинается. Сказка начинается. Наем, ну давай посмотрим.
Помоги, пожалуйста. Дорогие друзья, добрый день. Мы всегда рады выступать на этом прекрасном фестивале, на этом празднике жизни, молодости, таланта. И несмотря на то, что, конечно, для театра, который работает для жанра драматического театра, это площадка немножко тяжеловата, но мы постараемся и покажем вам, естественно, не весь спектакль, но 20 минут из того, что мы показывали на сцене на нашей премьере. И приглашаем всех вас. У нас всегда есть новый спектакль. Следите за рекламой. Итак, театр Сплэш, Королевство зеркал. Ой, девочки, пионерки, можешь? И вот однажды она попала в королевство прямым зеркалом. Через зеркало. И просто было интересно посмотреть на себя со стороны. Я твое отражение. Меня зовут Елом, а тебя Оля. Правильно. А как ты догадалась? Ну, ведь если я твое отражение, имя у меня такое же. Наоборот. Интересно. А куда это мы с тобой попали? Пока еще не знаю. Скажите, пожалуйста, куда вы попали, как назвать эту страну? Кто дедушки? Это мы дедушки? Да, мы дедушки. В нашей стране мы молодые, а вы бабушки. Да, бабушки. Позвольте представиться. Я главнейший церемонимейстер Его Величества Короля Яков Папа 77-го. А я наиглавнейший церемонимейстер Его Величества Короля Яков Папа 77-го. А вы, противные девчонки, разве не знаете, что попали наигривейшее королевство кривых зеркал? Королевство кривых зеркал? Нам нужно много кривых зеркал. Внимание! Главнейший королевский министр
фестивале отважных государственных дел. Это гуд! Снова отказывается делать кривые зеркала. Почему ты отказываешься делать кривые зеркала? Молчать! Я не буду молчать! Вы меня и заставите! Именем короля! Заточить гурта в башню смерть! Мы потребуем, чтобы король освободил Курта, нашему он казнит. Мы все равно пойдем, трусиха. Thank you.
решить очень сложную задачу. На 100 площадях по сотни зеркал. Сколько всего будет зеркал? Сколько, ну? Вы! Сколько зеркал? Мне стыдно! Стыдно? Отвернитесь! Все отвернитесь! Ну? Мне в детстве тут называлась арифметика. Я только научился считать до трех. А сколько будет 2 плюс 2? 3? Правильно! Вы троекратный болван, голубчик! Следующий, наверное, ваше будет склад. Вы! А сын! Ой, не ворочите мне голову вашу! Сколько зеркал? Вы гений! Сколько зеркал? 400! Зеркалимейстеры! Сколько зеркал? Ваше Величество! Ой, мне кажется, что вы самые большие дураки во всем королевстве! Ну кто же мне скажет, сколько всего будет зеркал? Кто? 10 000, Ваше Величество! Кто это сказал? Я! Клянусь красотой своего отражения, это очень сложная задача. Ты великий математик. Как меня зовут? Паш. Коля. Кто? Его зовут Коля. Коля. А тебя как зовут? Его, Ваше Величество! Ой, не кричи. И ты тоже великий математик? Да, Ваше Величество. Слушайте все. Я назначаю главным наиумнейшим математиком королевства. А его-ка помощником наиглавнейшего математика королевства. И в их честь я объявляю вам. Воскрешение всех остальных! Хорошо, казните
простите, пожалуйста, простите, ключ ваши. Где? Кто? Не кто, а что? Ключ? Наверное, его стащили эти негодные мальчишки. Погоню! За ними! Туда! Ключ потеряла. Что ты наделала? Ты не тележа! Ах, это все моя вина. Мое отражение. Я всегда все теряла. Ладно, пошли, что-то придумаем. Не так. Это не Ленин, это не Ленин. Королева, я согласна. Сын! Она чья? Накрой стол. Я всегда предлагаю. Да, моя. Вот, смотри. Зачем? Он наш дедушка. Дедушка. Но вы же такие бледные. Такие уставшие. Такие голодные. А о чем вы тут разговариваете? Сейчас, сейчас у меня все готово. Мороженое, пирожное, газировка, булочки. Ело, кто-то приехал. Нам надо идти. Давай, пошли. Молодец, Анида! Анида, гадина! И бездельные мальчишки украли ключ от вас! Они мне сразу показались подозрительными! И ключ скажи! Я вам ничего не скажу! Задержи его под себе! Ах, ты негодный мальчишка! Посидишь под тварь, по-другому заговоришь! Ну, я хотела. Ни при чем. Отдавай ключ мне, скажи. Не дам. Отдай. Не дам. Там Оля и Любовь спасли Гурь.
бабушка, бабуля!